Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. У нас сегодня 22 марта, 3 часа, как всегда, на Твиче, на трансляции мы записываем рубрику «Чё почём», смотрим, что выходит в магазине, ждем новинки, радуемся им, если они, конечно, дельные. Но вот, в целом, вчера была неплохая. Опять новинка, Тринити за 800, с двумя стилями. Её бичкам нет места в будущем. Этот лицо использовали старое, стандартное. Прям как будто олдскульчик. Так, ну, в целом что? В целом скин нормально. В целом скин нормально. Покупать я его, конечно же, не буду. Два стиля нормуль. Для 800 абсолютно нормуль. Но я такое не покупаю. Это такое себе. Если я не ошибаюсь, на него турик и катали. Если не ошибаюсь, но... Да? На него турик катали, ребят? Или не на него? Сейчас чатик подскажет. Да, на него? Да, да, да. А, ну вот, на него и катали. Ну, собственно, он и должен был выйти. Ну, что-то он по обложке мне больше понравился. По обложке я думал, я его куплю. Ну, что-то такое себе. Нормуль, скинчик, нормуль. Кто на халяву получил, вполне себе играбельно, но... Покупать. И да, и для 800 нормально абсолютно. Но покупать я его не планирую. Хотя по картинке, я помню, он был на этом, на турике. Вот я думал еще, что куплю, скорее всего. Но что-то слабенько. Осталась Изабель. Осталась кирка, ребят. Это вчерашний чё почём, смотрите. Все рассказал, все показал. И как она меняется, и два стиля, и так далее. В общем, все это вчера. Дальше это акулья мягкость за штуку 200. У нее два стиля с хвостом, без хвоста. Нормуль скинчик в целом. Но... Ну, играю на нем не так часто. Хотя скин абсолютно нормальный. Пацанчик похуже, у него нет стиля с хвостом. Он почему-то в одном стиле его сделали. А, не показал бэкпэк, у него еще и бэкпэк, ничего. У пацанчика же и бэкпэк слабый, и нет стиля с хвостом. Ну, большинство, понятное дело, без бы играл, но мне бы было прикольнее, если было с хвостом, потому что я гоняю с хвостом. Дальше, это топовый дельтаплан легендарный за полторашку. Кайфы. Дельтик хороший. Дальше, кирочки рыборезы такие средненькие, мне их придарили, но кирочки такие себе прям совсем. Больше для этого, как его называют, для коллекции. И оберточка за 300, тоже такая себе. Спускаемся ниже, ниже у нас Outwest, хорошая эмоция. Хорошая эмоция Outwest, поздравляю, кто ждал. Мои торжественные поздравления, ребят, ну авторские права, вы знаете прекрасно, не включаю музыку с авторскими правами. Дальше это ужасный скин капитан команды роботов. Огромный, неиграбельный и больше неиграбельный не из-за своих габаритов, а из-за огромной руки, которая закрывает прицел. Два стиля у него, цветной и серебряный, оба такие себе. Бэкпэк тоже огромный и не кайфово. Эмоция, кстати, можно юзать только с этим скином. Кирочки за 800 классные. Кирочки хорошие. Обертка такая себе. Эмоция за робота, как всегда, у нас выходит. А за монстра будет? Эмоция за монстра. Outwest. Дальше идем. Дальше у нас Антиклаус, который одно время довольно часто выходил. Сейчас у нас немножко он пореже стал выходить, но все еще мне он как-то вот примелькался и... Ну, средненько, средненько. Хотя, когда первый раз вышел, я думал о его покупке. Дальше, это расправа за штуку 200. Нравится этот скин, он мне нравится без бэкпэка. У нее сзади, сейчас покажу. У нее сзади кайфовый арт. Вот, рисунок. Мне нравится она без бэкпэка, за счет рисунка прикольно смотрится. Ну и вообще скинчик. Мне лично зашел, мне понравился. Играл я на нем в том сезоне, точно помню. Фламинго за 800, такой ржачный скинчик. Для 800 очень достойно в целом. Совсем такое себе, эмоция без костей неплохая. Ее опять оставили, слушай. Оставили эту эмоцию. Но эта эмоция мне нравится больше, чем Outwest. Эта эмоция мне нравится больше. Это сразу отвечаю на вопрос, который, скорее всего, будет задаваться. И эмоция низкий потолок за 200.
Так, что у нас остался? Джон Уик остался. Все еще у нас висит Терминатор. Все еще висит Снейк Айс. И висит у нас набор золотые ручки. Боевые пропуска. И отряд Фортнайт, ребят. Тег автор SPT-0873. Я знаю, ребят, многие из вас указывают. Огромное спасибо. Кто-то не указывает или забывает, ребят, обязательно укажите. Буду крайне признателен вам за это. И в группе ВК розыгрыш 16 боевых пропусков, ребят, уже заканчивается, скоро итоги. Поэтому врывайтесь, понедельник, последний день, чтобы ворваться в розыгрыш 16 боевых пропусков. В группе ВК закрепленный пост. Тикс, Изабель, вчерашняя новость. Это что такое? Украшение спину, это мы видели, это мы все в курсе. Новинку, кстати, нам в новостях должны показать. Но пока ее нет. Друзья, акулья. Акула это. Давайте покажу. В прицеле. Вверх. Вниз. По мне, очень даже прикольный скин. Бэкпэк. Ну, я честно скажу, он у меня не в избранном. Да, он мне, для меня он большоват. Но в целом, неплохой. С хвостом. Мне больше прикалывает так. Единственное, что... Не совсем понимаю. То есть, он движется. То есть это вроде как костюм, какого черта хвост просто так движется. Как будто оно виляет им. Ну, это прям такое. А так, прикольно. Обертка. Так, спереди скинчик. И кирочки. Кирки кайфовые. Кирки это хорошо. Пойдемте теперь дельт. Офигенный дельт, который мне очень нравится. Убойно появляется. То, что это как серф дельт. На нем стоя. Это тоже убойная тема. Ну и в целом акула такая топовая. Мне очень нравится. Наверное, в рамках сезона очень даже неплохо выглядеть будет. Отлично, дельт. По эмоциям. У нас две похожие эмоции. Это за монстра, за... Вот, за монстра. Похожая хрень за робота. Теперь неплохая эмоция без костей. Где-то здесь она будет. Вот она. Это хорошая эмоция. И эмоция низкий потолок. И низкий потолок. Друзья, за просмотр огромное спасибо. Жду вас на трансляции. Как всегда, по расписанию, понедельник, 21:30. Буду крайне рад вас видеть, ребят, на Твиче, на стриме. Ну а так, спасибо большое за просмотр видоса. И не забывайте подписываться на канал. Пока.